Политкорректность в большой политике – вещь, конечно же, редкая, но возможная. О чем сейчас шепчутся в Бельгии? Имя какого министра у всех на устах? Подробнее София Гордиенко из Брюсселя. Мы, украинцы, народ небалованный. Наши требования к министрам ограничиваются всего лишь какой-никакой эффективностью. А честные власть имущие вообще сродни мифическому единорогу – предел мечтаний избирателя. А вот бельгийцы в прямом и переносном смысле с жиру бесятся. Их самый успешный министр и очень популярный политик Маги де Блок вызывает вопросы из-за своих более чем пышных форм. Что вы сделаете первым делом на посту? Сначала буду работать, а потом предоставлю отчет, как всегда. Госпожа де Блок в предыдущем правительстве ведала вопросами миграции, добилась невиданных успехов. Нелегалов тысячами отправляла на историческую родину. У нее самый высокий политрейтинг – 70%. Кондитеры даже ваяют министра из марципана. Но тут ее ведение отдали здравоохранение. И подтянутые интернет-пользователи взбунтовались, мол, какому здоровому способу жизни может научить молодежь дама весом 130 кило. Но критики боятся в большую политику не ходить. Госпожа де Блок на злопыхателей и ухом не ведет. Ее полнота генетического характера, она с ней не только смирилась, но смогла и замуж выйти, и карьеру сделать. Сегодня на все обвинения отвечает так же, как и 20 лет назад. Неважно, как человек выглядит. Главное, что у него внутри. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер», Брюссель.